можете проводить ее до квартиры? Спасибо. Думай ему хлевать. Здрасте, я водитель такси, я отвозил домой вашу девушку. Она не моя девушка, просто стажер. А, простите, ваша карточка недействительна. Ах ты говнюк! Тебя взяли за папаши, а ты с первым заданием облажался. Заходи. Держи. Ух ты. Я такой слышал, но ни разу не видел. Теперь увидел. Да. Слушай, сними сколько надо и возьми хорошие чаевые, ладно? Спасибо, спасибо. Не спросите, как она добралась? Как она добралась? Она не дома. Я отвез ее в больницу, сейчас ей промывают желудок. Как ее зовут? Не знаете, верно? Ладно. Дело в том, что обычно я даю людям шанс поступить правильно, но не сегодня. Мне нужны все камеры, все мобильные телефоны, на которые вы снимали, как измывались над ней. Сюда приперся, папаша.